Здравствуйте, дорогие зрители! Спешу вас обрадовать. Будет не только вторая часть Зверополиса, но и третья. Сейчас я вам расскажу, что же будет в третьей части. А вы мне напишите в комментариях, ждете ли вы продолжение. Достаточно просто написать «Да, я жду продолжение». Вторая и третья части создаются одновременно и будут взаимосвязанными. Как известно, во второй части Джуди и Ник поженятся и будут бороться за опекунство маленького зверька. Раньше было неизвестно, какого зверька, а теперь известно, это будет милая черепашка. А в третьей части Джуди и Ник захотят второго ребенка, и это будет, вы себе не представляете кто, лошадка. В третьей части им без проблем разрешат усыновить же ребенка. Как известно, во второй части проблемы с этим были, но они их победили. Но начнутся другие проблемы по уходу за двумя детьми. Лошадка большая и быстрая, а черепашка маленькая, медленная и очень долго растет, и очень долго живет по сравнению с кроликами лисом. Это будет мультфильм о семейной жизни. Напомнила мне Шрека. А вам? Меня зовут Оксана Гетман. Подписывайтесь на мой канал. Да, я люблю Зверополис.